chance was one chance is don't make mistakes. Мне кажется, я не знаю, но вот этот мотоцикл должен быть чемпионским и по все первые три места занимать на GS Trophy, потому что энерговооруженность и вес, и вообще клевый мотик. О. Ну что сказать, дорогие мои друзья, на самом деле вряд ли кто-то сможет нас обвинить в том, что мы выбрали какую-то там лайтовую погоду для нашего теста. Нет, шел дождь, потом шел снег, он опять падал. Все раскисло, несмотря на то, что мы в песчаном карьере. Компьютер и приборная панель последних гусей — это просто произведение искусства, на мой взгляд.
вы можете все сделать с ней. То есть вот в нашем случае можем поменять режим Enduro Pro, можно поставить дождевой режим, дорожный режим, динамический режим. Соответственно, здесь же можно отрегулировать подвеску заднюю и переднюю. Но у нас здесь история такая, что на режиме Enduro Pro на клавишу меню можно посмотреть остаток топлива в баке, километраж, давление в шинах, ну, в нашей, собственно, комплектации.